А как стал читать, ребята, обломался до второго. Видно, надо бы прихватом по бородам и по делам. Все поэты и поэтки ненормальные слегка. Но не ставьте им отмен, примут вас за дурака. А потом под караулят за ракитовым кустом. Полетят шальные пули, не оправишься потом. Неблагое это дело стих поэта обсуждать. Пожалейте лучше тело, попадете попадешь в свою кровать. Или на больничной койке продырявленный маловой. Всем поэтам ставлю двойки, обкурившись злой травой. Не отбывают с оборотки, как, например, вот Щепницкий вот Леор, Близнец и Старикан. Но за ним поднимем водки, мы наполненный стакан, выпьем горькую водицу за харизму и талант. Только станет ли водиться с ними Леха, Мокрецкий, это ему посвящение, атаман. Никогда не стану больше я читать свои стихи. Лучше съезжу, братцы, в Польшу. Ох, грехи мои, грехи. На подушке остался. Это мы пойдем, да? Оригинально вообще. Чижа? Это как бы нечаянно. Ну хорошо, ладно. Близнецу ведь разве откажешь, что Петр Александрович восстанет? КВНовская такая история. Пойдем, 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 пой